Дорогие друзья, во всероссийских соревнованиях «Омский конкур» Кубок губернатора Омской области 2012 года принимают участие команды. Команда Новосибирской области. Ханты-Мансийск. Слово предоставляется руководителю Росимущества. Дорогие наши спортсмены, дорогие приглашенные, прекрасный. Судьи, июль месяц оказался у нас очень насыщенным. На базе Омского конно-спортивного центра проходят всероссийские соревнования. И сейчас спортсмен показывает поле, знакомит лошадь с полем, знакомит с препятствием. И как только он будет... Препятствие было разрушено, 4 штрафных очка. Второе препятствие 0, так называемая стенка. То есть препятствие пройдено чисто. Чисто преодолено препятствие. Проходит, вот она, тройная система. 4 штрафных очка приносит. Итак, немножко иной. Так, смотрим и наслаждаемся, наслаждаемся. Входит в старт Ержан. Время пошло. Первое препятствие вроде чисто. Омский конкурс, всероссийские соревнования проходят традиционно уже 4-й год. Соревнования из года в год набирают популярность. Уже контингент представлен самыми ведущими всадниками, но и не только нашей страны. Хочу сказать, что это, если не самые лучшие, то, наверное, одни из самых лучших соревнований, которые проводятся на территории Сибири. Это всероссийский турнир, который собирает лучших всадников нашего региона. Приехали всадники со многих других регионов, приехали представители Казахстана. Они очень титулованные ребята и принимают участие в серьезных соревнованиях, и их конкуренция для нас очень важна. Она позволяет нам в более усложненных условиях почувствовать свои силы, потому что у нас впереди сейчас международные турниры 2 подряд, и такое начало для нас очень важное. Если смотреть дальше, то это подготовка, потому что дальше у нас идут более крупные старты. То есть это достаточно крупный старт по российским соревнованиям.
А дальше у нас идут два международных турнира. То есть это подготовка к двум международным турнирам. Один, который пройдет в городе Екатеринбурге, и второй пройдет в городе Ханты-Мансийске. Приехали мы из Казахстана. Стартов у нас не так много. Мы прыгаем крупных 3 старта. Нужно их прыгать намного больше. Тем более старт в России – это очень для нас весомый такой. Это как ступенька к дальнейшему, этап такой. Екатеринбург, Ханты-Мансийск и так далее. В этом году у меня уже была поездка, я принимал участие в финале Кубка мира в Голландии. Ну и теперь я как бы в такой волне нахожусь. Поэтому я так рад, что я здесь нахожусь, тем более выиграл сегодня. Доволен, очень доволен. Для меня как бы один из важных соревнований, где надо защитить честь Омской области, где показать себя и готовиться как бы к более важным соревнованиям. Планы на будущее, как бы поучаствовать еще в нескольких крупных соревнованиях вот в этом году. Ну и уже готовиться на следующий год. Все заново. Это мероприятие для Омской области. Это очень значимое мероприятие, потому что это всероссийские соревнования по конкуру и общекомандный кубок губернатора. Больше того, на этом старте все спортсмены, все участники зарабатывают себе лицензию для чемпионата России.